Табак для кальяна в большом количестве. Недекларированную курительную смесь изъяли на Магарамкентском таможенном посту. Тонны незаконного товара в багажнике автомобиля перевозили из Азербайджана в Дагестан. Кто и для чего, узнавала Луиза Раджабова. Лимон, абрикос, мороженое. Нет, мы не в продуктовом магазине. Это все запахи курительных средств. Перевезти целую тонну задержанные хотели очень оригинально, прикрыв обычной травой. Дело табак. На Магарамкентском таможенном посту яркий Volkswagen Crafter. Микроавтобус, следовавший из солнечного Азербайджана, привлек внимание не только цветом. После проверки документов было решено обыскать салон. В результате багажники машины таможенники обнаружили около тонны табака для кальяна без сопроводительных документов. Мужчина рассказал, перевозит товар в первый раз. Пассажиры ни при чем. Собирался распространять на территории России. Не повезло. Я просто рискнул, думал, получится, но не получилось. В соответствии с действующим законодательством, гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право возить или вывозить не более 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом 250 граммов в расчете на одно лицо. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 200 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Товар перевозился в разного рода упаковках. Это были сумки, матерчатые коробки картонные. Товар был прикрыт зеленью. Незаконно ввозимый товар изъят и направлен на экспертизу. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Магарамкентский район.